тех материалов, которые я рекомендую иметь на пленэре. Вы можете иметь все, что угодно. Допустим, вот у меня, например, там холст. Вот он там на какой-то рамочке. Рамочка состоит из пробкового там пробки, в которую приспокойненько я воткнул этими кнопками, прикрепил холст. Да? И если у меня, вот я как бы на холсте на этом рисую, сейчас вот полностью его там, да, покажу. Вот какие-то там, у меня получается раз картинка, два картинка, три, четыре. Если маленькая, то 5, 6 и 7. Потом чик перевернул с другой стороны, у меня с другой стороны. И у меня за один раз, за один присед, за один пленэр, получается там от 8 до 16 зарисовок. Допустим, может быть одного и того же объекта, одной и той же истории. Допустим, то под одним ракурсом, то под другим. Вы пробуете приблизить, удалить, чуть-чуть поменялись, чуть-чуть передвинули сторону, ракурс изменился. Допустим, поменяли цвет и так далее, и так далее, и так далее. Вы все время находитесь как бы в состоянии движения, в состоянии выплеска на холст своих эмоций. Потому что вот эта скрупулезность живописи пленэрной, которая там выписывает там каждое дерево, каждый листочек, я вас уверяю, она на данный момент уже совершенно никому не интересна.